Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Оксана, я рад приветствовать вас у себя на изумрудной даче. Сегодня будем говорить с вами о метельчатой гортензии серии Pan. Это немецкая сортосерия, насчитывающая больше 15 сортов. У меня в наличии сейчас, по-моему, 11. Запрашивайте, пожалуйста, прайс. Вышлю списки актуальных гортензий, готовых к отправке. Но сегодня я покажу вам, как обросли эти растения, наросли. Вот эта метельчатая гортензия приходила ко мне зимой таким спящим форматом, просто палочки. И я их хранила в погребе долгое время, затем уже доставала на адаптацию. И смотрите, какие они сейчас. А вот эти, обратите внимание, они такие коротенькие. Я их доставала позже, у них были росточки, я их все постригла. Вот эти доставала раньше и адаптировала эти ростки. Вот смотрите, эти росточки были, ну, с проклевом, и вот так сейчас они наросли. Вот. А вот эти я прям коротко-коротко стригла. И смотрите, какое буйство побегов. Это, кстати, сорт Пансана. Вот. А вот это сорт, обратите внимание, вот, 15-й, это Панучи. Кругленький листочек. Смотрите, какие уже здесь собираются бутончики. Видно вам, я думаю. Вот. Сортов много, но всех их объединяет одно. Они очень компактны и подходят для выращивания в кашпо или в виде такого, ну, формата бордюра. Смотрите, какие прям букеты. Вот. Сам сорт, вернее, сортосерия именно создана для того, чтобы вот вырастить в вазоне красивый-красивый букет. Это европейская поставка. Здесь саженцы приходили сразу такими формированными, коротенькими. И вот именно в таком формате производитель и дает нам понять, какое растение оно хочет, ну, вырастить или хочет предложить нам. То есть большой букет, много побегов и много-много соцветий. Ну, здесь уже мы с вами видим, как будет выглядеть этот кустик. Все эти саженцы есть в продаже. Сейчас мне нужно уже переваливать из этих технических горшков. Это 14 диаметр. И, конечно, нужно уже в 3 литра переваливать. Но так как объем у меня большой, мне бы не хотелось огромное количество горшков и грунта использовать. Поэтому сейчас я предлагаю эти гортензии по очень приятной цене. Цена любого саженца 1200. Вот так, например, выглядит красавец Пантеон. Тоже обратите внимание, длинненькие такие листочки. Тоже был коротко пострижен. Вот. Смотрите, какие они хорошенькие. Это вот все пантеончик стоит. Это вот красавица Панорама. Тоже видно, что я доставала эти растения, ну, на разных этапах. Это вот необрезанные саженцы. Вот. Можно нормировать, можно брать черенок. Но можно оставить вот таким шикарным кустом. Здесь будут хорошие плотные побеги. Сам сорт, он достаточно компактный, карликовая высота гортензии в среднем 60-80 сантиметров, но в горшке она будет более сдержанной, этой серии, примерно, то есть будет где-то, ну, 50, не более. Такие гортензии, конечно, нужно перевалить в больший объем, но я бы рекомендовала сейчас минимум 5 литров, вот, в красивое кашпо, и это потрясающее будет украшение вашей веранды. Кроме того, что эти гортензии очень компактны, они еще почти все имеют приятный аромат. Вот такие красивые картиночки дает нам производитель. Некоторые из них окрашиваются, некоторые не окрашиваются. То есть какие-то прям уходят в осень лаймовые, какие-то, как Пантеон, например, они будут иметь такую яркую окраску. Все сделано для того, чтобы эти гортензии украшали, ну, такие близкие к месту отдыха зоны, ну, как вот говорят, патио-зона. Кто не знает, патио – это маленький дворик. Ну, когда у вас нет места, нет большой дачи, а есть такая зона отдыха, столик для кофе. И вот несколько кашпо с гортензией украсят именно зону отдыха.
Вся серия пан, это метельчатые гортензии, они абсолютно зимостойкие. Если вы будете выращивать их в кашпо, то есть это кашпо просто можно положить на землю, не надо затаскивать их никуда в теплицу, то есть они зимуют на улице без какого-либо укрытия. Весной снова обрезаете, формируете и получаете снова большой красивый куст. Ну, не забудьте, конечно, на следующий год добавить удобрения, сменить грунт и наслаждаться цветением. Отправляю почтой или с дек. Еще раз указываю номер на экране. Пишите, запрашивайте актуальные прайсы. Гортензий у меня очень много и не только панов. Смотрите, какая самарская Лидия. Просто восторг. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. И всем пока-пока.